Татарстане более 110 тысяч человек, или каждый 35-й житель республики страдает от злокачественных образований. Ежегодно выявляется более 16 тысяч случаев этого заболевания, сообщает глава Минздрава РТ Марат Садыков. В подобной ситуации Казанский федеральный университет не может остаться в стороне. В Казанском университете создан Институт фундаментальной медицины и биологии, на базе которого проводятся прорывные исследования, не побоюсь этого слова, в области диагностики, ранней, сверхранней диагностики, на основе геномных данных, на основе клеточных технологий. И накоплен огромный потенциал в фундаментальных и прикладных исследованиях в области биомедицины. Медицинский геномный центр представляет собой научно-исследовательскую лабораторию, занимающуюся трансляционными геномными исследованиями. Здесь исследуются наследственные мутации, приводящие к онкологическим заболеваниям, ведется подбор лекарственных препаратов на основе генетических тестов. Важно и то, что в данной лаборатории создана крупнейшая база данных в СНГ наследственных онкологических мутаций. На Волкова-18 располагается наш медицинский геномный центр. Там есть и научная лаборатория, которая занимается трансляционными геномными исследованиями, оснащенная секвенаторами последнего поколения. Там мы исследуем наследственные мутации, приводящие к онкологическим заболеваниям. Также в Казанском университете ведутся исследования в направлении индивидуального подбора лекарственных препаратов в рамках прецизионной медицины. Огромный пласт исследований связан с онкологическими заболеваниями, в том числе с применением стволовых клеток. К сожалению, сегодня все яснее становится, что генетические различия людей, живущих в разных концах света, не позволяют нам создать единую панацею от онкологии для всего человечества, и зачастую те препараты, которые давно испытаны и работают за рубежом, не могут быть использованы для лечения местного населения. В том числе поэтому осенью 2018 года в КФУ прошла конференция «Постгеном-2018», на которой Казанский университет создал платформу для обсуждения проблем онкологии со специалистами со всего мира. Камиль Гемоздинов, Универ Ньюс.